что ж, дорогие друзья, продолжается наша трансляция. Седьмой тур Кубка группы компании «Регион» по блицу. Спаренные туры, то есть соперники играют и черными, и белыми фигурами. Видите, на дальнем плане Андрей Есипенко будет бороться сейчас против Максу Длу, вот иранского шахматиста. Ну вот лидер у нас — это Антон Коробов, играет против Эмилио Кордоба. Но по слухам, как говорит народ, Кордоба — он из Перу. По 10 очков, кстати, еще и у Мамедова, и вот у этого иранца Максу Длу. Так что здесь действительно очень серьезная битва. И 9,5 очков, кстати, у китайского шахматиста Ю Яньи. Кстати, очень интересный шахматист. Но давайте один раз посмотрим пристально на Эмилио. Эмилио играет черными фигурами. Здесь у нас защита Немцовича с ферзем на c2. Вообще странно. Вот шахматист такого уровня, а он, кстати, сильный гроссмейстер, здорово играет, задумался здесь. А что здесь задуматься-то, господи? Здесь надо брать на c3 и демонстрировать глубокую и длинную дебютную подготовку. Может быть, у Эмилио нет дебютной подготовки? Ну, взял на c3, но, вы знаете, отдавать на такой ход примерно 30 секунд в блице — это совершенно неразумно. Ну, конь e4, может быть, он просто выбирал. Так бывает, да, что шахматисты просто выбирают. c5, да, но, судя по всему, он все-таки много здесь знает, но просто выбирает. Конь c6, и теперь у белых выбор: размениваться на d5 или продолжать развитие без этого. Ну, ферзь a5 где-то шах, вот можно здесь под ферзь a5 шах попасть. По-моему, насколько я помню, теория, здесь ферзь a5 шах очень важный. Потому что на b4 можно взять уже на b4, видите, там связочка по вертикали а. Слон d2 с удовольствием, конечно, надо разменивать этого слона. Ну, конь d2, там под конь d4 можно еще попасться. Да, ну вот мы видим, что Антон-то Коробов, он точно здесь теорию знает очень хорошо. Ну, и он идет на все дальнейшие приключения. Здесь, конечно, теория еще только-только начинается. Да, здесь взятие есть и ферзем, и конем. Ферзем. Ну вот идем в окончание. Да, все. Вот я припомнил эту позицию. Я помню, в свое время я изучал до глубокого ладейного окончания, где черные все-таки уравнивают. Но все это надо еще знать. Надо знать. Сейчас черные собираются вообще просто пешку на c5 съесть, с одной лишней остаться. И поэтому брюки превращаются. Ну что, наверное, ферзь бьет a5 и ладья c1. А там есть ход b6. Ферзь бьет опять. Теперь надо играть. Ну, e3 тоже можно сыграть. Но белые, в принципе, хотят прицепиться к пешке на e4. b6. Отличный ход. b6 – отличный ход. Черные разворачивают свои силы на ферзевом фланге и не дают белым вольности. Конь e5. Ну что, если побить на c5, тогда взяли на c4. Маленькое-малюсенькое такое преимущество будет у белых. Стоп, слон a6. А b4 здесь нет хода? Минуточку. Слон a6, там же взять и на проходе невозможно. Слон на a6 подвисает. А вот вам, получите, распишитесь. Так, ну, правда, это тоже, наверное, теория. Давайте сейчас подумаем. Взять на c5, взяли на c4, там конь на b3 остался. Вот так, такое ощущение, что что-то не то сделал Эмилио. Давайте еще раз. bc, слон c4, взяли, конь пропал на b3. Друзья мои, а не конец ли это? Как коня-то спасать? b5. Ну, вот таким образом. Ну, здесь все-таки структура получается неприятная для черных, как мне казалось поначалу. Конечно, пешка c4 тоже требует определенного уважения. Но вот такую позицию я точно не встречал. Не встречал. Ох ты! Ох ты, как здорово сыграл Антон! Подождите, а там пешка-то не пройдет? Итак, допустим, взяли на b3, слон бьет h6. b2, ну нет, наверное, путем король d2 и с помощью короля и ладьи мы эту пешку урезоним. Да, ну получается, судя по всему, большой перевес. Большой перевес у белых. Ну, короля просто на c3 надо повести, съесть эту пешку на b3. И вот этот слон с двумя пешками, к тому же, которые еще и проходные, наверное, белые должны непременно выиграть. Такое соотношение, вот такой сильный слон с такими могучими, к тому же подвижными двумя пешками, это, наверное, очень серьезно.
Вот Антон призадумался, куда же ставить короля. Ну, конечно, не 2-0. Здесь нет никакого резона уводить короля из центра. Из центра, знаете, это в Миттельшпиле имело хоть какой-то смысл. Ну, а здесь, конечно, король, наоборот, очень даже необходим в центре для того, чтобы как минимум не давать черным ладьям вторгаться по вертикали D. Ну, на мой взгляд, позиция выиграна чуть ли не элементарно, потому что здесь, ну, не требуется каких-то больших интеллектуальных усилий для того, чтобы постепенно усиливать свое положение. Слона можно отвести на d3, пешки потихонечку движутся вперед, и чтобы их сдержать, черным придется встать пассивно. Ну вот, видите, ладья b8. Ну, вот белые даже могут усиливаться потихонечку, там f4 надвигать, слон на d3 может выйти. Не знаю, мне кажется, здесь одно удовольствие играть. Вот h4, можно с f4 было начать, можно с h4. Вообще захватить пространство на королевском фланге не помешает. И серьезный гроссмейстер понимает, что нет мелочей. Нет мелочей в этом жизни. Пешку и на h5 можно будет поставить, чтобы зафиксировать черные пешки, и они никуда, чтобы не ходили. Но можно не сразу, можно сделать это постепенно, никуда не торопясь и ни за кем не гонясь. Так, вот, правда, белый слон сейчас скрывает от меня показания часов черных. Мне кажется, чуть-чуть больше, чем минута. Посмотрим. Сейчас вот там 10, FG5. Ну, вот это вполне понятное действие перуанского гроссмейстера. Ему хочется добыть хоть какие-то открытые вертикали. Да, вот он. Вот он на наших глазах. Вообще, в последнее время он частый гость на турнирных площадках разных турниров. И хорошо играет в швейцарках. Но вот, как выяснилось, еще и блицор замечательный. У нас тут в нашей аппаратной зазвонил телефон. Вот, совместными усилиями 5 человек бросилось к телефону и затоптало ногами его буквально. Вот, так что теперь продолжаем эфир без каких-то помех. Вот, хотя телефон, как я понимаю, не сдается, он еще поборется, да, за свое право производить живительные звуки. Так, ну что, смотрим на часы. 30, ну, по 40 секунд на брата, ладья d5. Ну, вот правильно, правильно. Сейчас где-то путем a7, a5, может быть, будем цепляться. А вот уже и не будем. Вот уже и не будем. Пошло. Ну, белый, у белых план безумно прост. a4, a5 и b6. Вот Коробов так и действует. Что противопоставить этому плану? Да ничего. Вот нечего черным делать. Единственный метод борьбы с этим планом – сдаваться прямо сейчас. Сдавайся, Эмилио. Сдавайся, сдавайся. Что тут поделаешь? А5, А6, А4, А5. Вперед, Антон. И потом мы поставим пешку на b6, вторая пойдет на цессию. Ну, ничегошеньки не поделаешь, понимаете? Ничегошеньки. На ладья d5, b6, потом c6, c7 прошли. b6. Вперед из песни. Ура! И враг бежит, бежит, бежит. А, вот король c6 – это неожиданный ресурс, вы знаете. Это, я считаю, коварство, неземное коварство. И хода слон e4 нет. И на c5 подвисает. Ай-яй-яй. Ну, вот, слон, вот начинается волшебство. И пешки проходят. Ой, как красиво, Антоша, молодец. Ой, как красиво. Учебная жертва слона. Вы знаете, учебная. На ладья d8, c6 и прошло. Все, что было, все прошло, друзья мои. И пешки тоже прошли. Но прошли в другом смысле. Прошли в ферзи c7. Да, ну вот это, я считаю, прощальный шаг. Ну, хорошо, это был предпоследний шаг. Но сейчас уже точно надо сдаваться. Эмилио протянул свою мозолистую руку и пожал не менее мозолистую руку сопернику. Ну что, Антон Коробов оказался сильнее, и он у нас точно сейчас лидер. Я вам говорил, что после шестого тура у нас 4 власти, 4 человека набрали по 10 очков.